Рад приветствовать всех спортсменов, тренеров, родителей на нашем турнире «Атака», который с этого года проводится как гран-при, состоящий из трех предварительных этапов и финала. Финальный этап данной серии турниров имеет статус всеукраинского, на котором спортсмены, помимо медалей и кубков, будут награждаться денежными премиями. Сегодня мы находимся на турнире всеукраинского масштаба «Гран-при Атака», который собрал около 500 человек с таких областей, как Днепропетровская, Донецкая, Полтавская, Сумская, Киев, города Киева и Киевская область. По уровню участников очень такой серьезный уровень. Здесь очень много представителей, которые были призерами на клубном чемпионате Европы и детском чемпионате Европы. И только что приезжали с турнира G2 с Турции. Накал очень серьезный, никто не хочет уступать. И сказать, что есть явные фавориты, нет такого. З города Сум. Я зайняла перше місце на цих змаганнях. Я дуже люблю вигравати. Турнір мені дуже подобається. Це дуже хороша організація. А моя ціль надалі вигравати змагання та тренуватися ще сильніше. Этот турнир для меня очень много значит. Этот турнир сделал мой тренер. И я хочу очень хорошо выступить, занять первое место и выиграть всех, кого встречу на пути своем. Моя мечта — стать олимпийским чемпионом и выиграть Олимпийские игры. Я очень рад, что принял участие в сегодняшнем турнире. Я победил двух своих соперников и занял первое место. Я и в дальнейшем хочу побеждать и стать чемпионом мира.